challenge time. И снова всем привет. И это Они, или почему у меня нервный тик от лицезрения в начале буки. Вот, нам осталось 5 глав. Это 9-я, и их всего 14. Как мне сказали. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Я тебя что, бить буду? Нет, не буду. Воу! Ох, нифига себе. Да живи! Я что, тебе не даю жизнь? Живи спокойно себе. Радуйся жизни. Ешь, живи, молись, как там. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Воу! Ох, ничего себе, положил так. Легко просто. Несколькими компами. Покажи, на что ты способен. Почему? Почему это происходит? Ну, как сказать? Еще раз. Почему? Почему это происходит? Ладно, принято, ты на роль. Несите документы, вы зачислены. Так, по-моему, мне написал подписчик, судя то, что у меня на телефоне проскочило сообщение. Мертвые без кост стоят. Так, тут закрыто. Ну-ка еще раз. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Ох! Правильно. Правильно. А куда ты ствол дел? Мужик. Я ж не просто так в тебя стрелял. А с надеждой, что ты сдохнешь и... А вот, оставишь ствол, который ты не перезарядил. Ну и кто ты после этого, мужик? Ты не мужик, ты мудик. Я хочу жить. Эй. Не убивайте меня. Я всего лишь обыкновенный клерк. Я не хочу никого убивать. Пожалуйста. Мне нужна только информация. Гони свой гипа. Я не могу вам сказать. Я бы рад помочь, но не могу. Эти терминалы только для внутреннего доступа. И я не могу открыть скрытые файлы отсюда. Как мне получить их? Все терминалы со сверхсекретным доступом находятся в командном центре. Пожалуйста, не убивайте меня. У меня жена и дети. Вот откуда просто эту фразу одну взяли. Чё проблема? Сервис, настройка, там, свойства папки и выбрать скрытые, пока скрытые файлы и скрытые эти... системные файлы. Чё как маленький, ей-богу. Вот чё, айтишника нету нормально. Хотя да, он же просто клерк. Козёл. Значит, одни стёкла вот здесь не расстреливаются, другие расстреливаются. Где логика? Хотя, может быть... Типа, зачем все заделывать, если можно только, так сказать, главные входы. Ну да, может быть, и есть смысл. У меня нет слов. Одни эмоции. Они меня безоружным хотят оставить, да? Я все правильно понимаю. Мужик, а у тебя жена и дети есть? И, конечно, у тебя кончились патроны, да? Воу!
А вот это плохо. Да уходи же ты. Сейчас немножко гипо. Аллергенный крем наш. Нет, не угадал. Отлично, давай добиваем его. Он сдох. Да я тебя... Ух ты, ничего себе! Сдохни. Тебя я тоже приму, успокойся только. Драм-кружок. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Фух! Эй, эй. Пожалуйста, что вам от нас нужно? Файлы... Сам прибежал. Где вы их прячете? Они в подвале, в хранилище. Дал патроны. Охренеть, да? Вот на вас террористы нападают, а вы такие ему патроны раздаете. Еще кто-то бежит, да ёб вашу штаногу. Угу. Как я успел сориентироваться. О, и фаталити тебе правильно. О, это ты правильно сделал. Еще раз. Да я рад за твоих жену и детей. О, шикарно. Спасибо, мужик. Я, правда, побитый теперь весь. Так, пойдемте того еще мужика отпинаем. У него стопудово есть гиппо. Я же говорю. Хоть иногда разрабы не жадничают. Чтобы попасть в подвал, нужно идти на чердак. Видимо, так. Тири-тири-тири. Я еще до сих пор не видел сохранку. Я вижу мужика. Да и 5, говорит, рука мне. Доступ запрещен. Что-то у тебя патроны быстро кончились. Фу, ну мне осталось на чуть-чуть просто. Угу. Видимо, один из трех. Так. Тот мужик мне, может быть, гипо даст. Готов проиграть? Давай, ты готов проиграть. Как дерутся девчонки? Я бы не хотел показывать. Блин. Вы так и ранитесь. Я сдаюсь. О, у меня жена. Я сдаюсь. У меня жена. Давай, жену, дети.
Вы та террористка. Так вот, как меня называют. Отлично. Я террористка, и в данный момент я ищу выход отсюда. Подземный ход. Он приведет нас прямо к офису командования. Тоже неплохо. Хотя, если меня начнут сейчас руками бить... А, меня начнут бить руками. Мне это не сильно поможет. Ладно, у меня есть немножко патронов. Будем на них уповать. Второй. Воу! Это то, что я думаю? А откуда? Но он последний. Воу! Так, еще чуть поживем. Недолго, но все же. Ну не козел, а? Бляха-муха. Ну вот откуда ты там взялся, дружок? Да ладно! Да быть не может. Вы что, серьезно? С самого начала? Ну это просто высшая степень мудачества. Разрабы этой игры полные мудаки. Заявляю это авторитетно. Да ты заколебал, сдохни. Не убивайте меня. У меня жена, дети. Быстрее давай. Слушай, мужик, по-хорошему прошу, быстрее давай. Мне быстрее у тебя ушатать, чем ждать. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. Ладно, ты сам напросился. Пожалуйста, что вам... А дай хабар, который у тебя есть. Еще и не дал хабар, да? Ну не мудак, а. Я хочу жить. Так. Пойдем этого мудачка тоже замочим. Да чтоб тебя. Нет, ты не угадал, никакой львиной лапы. Только удар по морде. Не того ли я ушатал, который мне должен был рассказать? Вот эти сразу изначально дохлые валялись, да, я помню. Идем дальше наверх. Не после каждого этого места должны были делать чекпоинты по-нормальному. Да чтоб тебя. Так.
Эта хренотня, как всегда, вылетела. Ну, слава богу, я сильно не дошел еще. Так, тут никого нету. А там есть очень полезная штука, которую я не взял, и тут по пути убил товарища. Я, пожалуй, возьму ее сейчас, чтобы хотя бы вот на того говнюка потратить. Экономия. Че, все что ли? Тю. Я не знаю, это-то, конечно, классная штука, но, блин, два заряда всего этих у меня, ну, на двоих, на троих, наверное, может хватить при аккуратном использовании. Может быть, хоть час чекпоинт будет? А где это? Мил человек, может, скажешь? Милздарь. О, блин. Ну куда ты побежал? Куда? Куда? А ну вернись. Мужик, а ты хочешь? Нет? Я не буду стрелять в себя. Знаешь почему? Потому что патроны кончаются. Так, я что-то не вижу. Куда он убежал? Хотя они часто так убегают, а потом возвращаются. Забывают, зачем ушли. Я не помню, на первом этаже, по-моему, да, там была дверь. Тихо. Вот я больше не вижу мужика. Хорошо это или плохо? Но, в принципе, мы успели ему всадить пару шпиндюрок. Где у нас там эта дверь хренова? Вот она. А тут, кстати, закрыта тоже до сих пор. Она и будет, интересно, закрыта или... Какая-то секретная. Готов проиграть? Почему? Почему это происходит? Вау! Реально вау, а ты откуда взялся? Я всех поубивал. Да ты заколебал своими... Ох, ты ж... Ну ладно, зато гип отдал. В принципе, больше приобрел, чем потерял. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Почему? Дьявольский смех можно, да, изображать. Чё-то я как-то, да... Я здесь, кажись, кругом не прав, а вы кругом правы, поэтому идите в жопу. Я валю домой. Вот твою ж за ногу. Тихо, мужик. А, это все? И пистолет оставил. Ладно. Отлично. Там дверь и там дверь. Какая из них правильная? Или они в одинаково идут? Получится так интересно.
Ха! Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Фух. Твою мать. А он с этим, с пукалкой этой. В стиле охотников за привидениями. Так, вон там что у нас? Другая комната. Похожая на эту же. Вау. А, он шокером. Окей. Ну, вот это единственное удобство шокера. Как мне кажется. Все? Вроде все. Так, подбираем нашу хероборину, фиговину, херобринину и другие вещи со словами хера. Кто б сомневался? Сейчас еще где-то пойти там активировать что-нибудь, да? Вот мы и пришли. Простая защита, ничего особенного. Вот, вся моя жизнь аккуратно в архиве классифицирована и разложена по полочкам. Время забрать это обратно. В системе есть еще кто-то. Проклятие. Он перехватывает все файлы, которые я загружу. Ксеноморф! Опять ксеноморф, да вы задырали. Еще немножко, всего пару секунд. Нет! Закрыли доступ к сети. Кто-то узнал, что я захочу получить эту информацию и послал за мной хакеров. Интересно, что же они так прячут от меня? Пойдем выясним. Ключ. Господи, в зазеркале, этот самый... Оля в зазеркале, или как это называлось, книжка. И потом и книга. Где Оля и Яло. Там, помните, были такие чуваки, которые охраняли башню и говорили «Ключ!» «Покажи ключ!» Нет, мужик, вот ты давай не будешь так делать, ладно? Да что ты, вот я ж просил так не делать, ну. Да что ты вытворяешь? Отлично, не понос так золотуха. И? А, он бежит неуклюже. У тебя еще и патроны кончились. Вам что, не выдают забоймы? Как в начале службы выдали, если кто-то проник в архив, то тогда и мол. Ну, наконец-то. Еще немножко. Хабара, но этого все равно маловато. Вообще не знаю, может стоит один патрон потратить и перезарядиться. Так, проход наверху закрыт, да? Нет. Вот это я... Лох. Вот это я слил сейчас жизней. Ну это чудесные физики этой игры. Ну там все равно все закрыто. Ничего не остается делать, кроме как перезарядиться, потому что мало ли это может меня спасти. Так, а я пришел сюда же.
И вряд ли мне наверх, да? Мне вниз, видимо, как раз таки он туда. Через лазеры. Чё ты прыгнула? Я ж прыжок вообще не нажимал. Она взяла, прыгнула. Да, увеличь высоту падения. Оу. О. Я таки мастер прохождения сквозь лазеры. Ну, главное знать эту фишку. Так, вот тут что? Да ёб вашу мать, вы что, издеваетесь? Что вы здесь охраняете такого? Тут вообще проще, по-моему, сверху спрыгнуть будет. Мужик, извини, у меня жизни мало. Я, конечно, люблю рисковать, но когда у меня нормальные чекпоинты. Кстати говоря. О, неужели где-то был чекпоинт? Целый второй. Ой-ой-ой. Шире вселенной, горе мое. Кто там топает? Да не нужны мне новые указания. Тут не так много вариантов, куда я могу пойти. О! Хоть на этом спасибо. Паркур! Тут падать было. Сохранки ж, конечно, не было. Ай, господи, ты ж боже мой. Так, ясно. Не будем тратить лишний раз. Да твою ж мать. У тебя патроны вообще кончаются, нет? Там не то чтобы сильно меня покоцали. Это он на зря перезарядилась, конечно. Ну ладно, чё ж тут поделаешь. Вот мы и пришли. Простая защита, ничего особенного. Вот, вся моя жизнь аккуратно в архиве классифицирована и разложена по полочкам. Время забрать это обратно. В системе есть еще кто-то. Проклятие. Он перехватывает все файлы, которые я загружала. Чужой ксеноморф. Ну, еще немного. Хакер. Всего пару секунд. Нет! Закрыли доступ к сети. Кто-то узнал, что я захочу получить. Ну что, хакер очень хорошая жертва для. Что же они там прячут от меня? Лицехвата. Его особо никто не ищет. У него мало друзей. Есть. Так, теперь. Ах, да. Мужик, поваляйся, подожди чутка.
Офигеть ты наглый. Так. Положим это сюда, забираем наш ствол. Так. Берем этот, у нас тут еще два патрона. А тут где-то еще говнюк, который в нас стрелял. Помните такого? А я помню. Да ты, как ты мог такое вытворять? Объясните мне, как он может? Во время моей атаки он меня перекидывает. Так, забирай скорее ствол, да что ж ты? В принципе, нормально. Так, опять эти грёбаные лазеры. Так, ждем. Оп. 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 Жаль, с паузами приходится это делать. Вы не получаете, чтобы... Я не знаю, вот этот механизм, который двигает туда-сюда, он, мне кажется, не намного дешевле, если бы просто лазер дополнительно установили. Это вообще крест-накрест. Не, я понимаю, это игра и все такое. Нет, ты вообще не прав. Ага. Конечно, теперь она может это сделать. Я достал уходим. Ты достал вот именно. Мужик такой, окей, поехали, чё. Два чекпоинта на уровень, ребята, два чекпоинта на большой уровень. Глава 10, кошки-мышки. Сверни ему шею там на подлете. Сейчас я напну слегка. Ого! Херася ты крутяк делаешь. Так, на этом, пожалуй, мы закончим. Будет одна глава, один уровень. Конечно, чуть может больше. Ну зачем? Я не думаю, что до чекпоинта дойду. Так что пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Там в группу иногда заходите. С вами был Алекс Трага, всем пока.